Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как деактивировать свой аккаунт в Instagram. Итак, открываем Instagram, затем открываем профиль, нажимаем «Редактировать профиль» и выбираем «Временно отключить мой аккаунт». Выбираем причину, почему мы хотим его деактивировать, и вводим пароль. И нажимаем «Временно отключить аккаунт». Подтверждаем. И вот наш аккаунт деактивирован. Пишите свои вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал. Всего хорошего!